Мне в 12 ночи позвонил телефон. Вызов шел от неизвестного номера. Я взяла трубку. Мои родители остались ночевать в гостях. Из телефона сказал голос. Он придет. Не открывай. Обмани. Вы что, с дуба рухнули? Кто он? Я бросила трубку. Я думаю, это был глупый розыгрыш. И вдруг в дверь позвонили. Мне стало не по себе, но я пошла открывать. Я посмотрела в глазок, там стоял папа, но почему-то один. Он сказал: «Дочь, это я, открой дверь». И вправду папа, но голос у него был пустой, и сам он выглядел странно. «Папа, а где мама?» – спросила я. «А мама осталась ночевать в гостях», – ответил отец. И я решила обмануть. «А мой папа умер», – сказала я. «Ну тогда я не к вам», – сказал голос. И послышались шаги, отходящие от моей двери. Я выдохнула с облегчением и опять позвонила этот странный номер. «Ну что, не открыла?» «Не открыла». «Обманула?» «Обманула». «Спасибо, ты спасла не только себя, но и меня. Я